Всем привет! Мы с вами в магазине «Галамарт», город Каменск-Уральский. Чем сегодня нас порадует магазин? Какими скидками и акциями? Версаль, тарелка подстановочная, 27 сантиметров, костяной фарфор, 229 рублей. Очень красивый нежный рисунок с позолотой. Версаль, чайник заварочный, 1000 миллилитров, костяной фарфор, цена 599 рублей. Снижена цена на минажницу Версаль. Новая 399 рублей. Набор для соли и перца. 15 на 8,8 сантиметра. Костяной фарфор. 339 рублей. Сахарница 230 миллилитров. 9 на 1 сантиметров. Цена 229 рублей. Салатник, размер 22 на 6,5 сантиметра, костяной фарфор, цена 429 рублей. Рисунок не только внутри салатника, но и снаружи. Очень красивый рисунок. Версаль-салатник меньшего объема. На этом салатнике рисунок только снаружи. Внутри чисто белый, выполнено все идеально. Размер 18 на 8 сантиметров, цена 279 рублей. Посмотрите, какой славный набор. Два предмета. Чашка 250 мл и блюдце 15 сантиметров. Костяной фарфор той же серии «Версаль». Очень нежно смотрится. Упаковано красиво, с ленточкой. Цена такого набора 279 рублей. «Версаль-бульонница». Внутри чисто белая. Очень удобная ручка. Нежнейший рисунок. 550 миллилитров, костяной фарфор, цена 169 рублей. Версаль ваза для фруктов, размер 25 на 15, высота 7,5 сантиметра. Снижена цена, новая 499 рублей. Продажа вот такая ваза для конфет, размер 19 на 5,5 сантиметра, цена 209 рублей. Версаль блюдо овальное, размер 30 сантиметров на 21 сантиметр. Такое вот большое овальное блюдо. Цена снижена, новая 399 рублей. В Галамарте сегодня очень большие скидки на чайные наборы. 4 предмета, 12 предметов, разные рисунки. Скидка очень большая на все наборы. Давайте посмотрим. Вот замечательный набор, рисунок гортензия. Посмотрите, какое чудо. Блюдце. Гортензия, набор чайный, 4 предмета, 260 мл. Новая цена 349, старая 499 рублей. Посмотрите, какой чудесный чайный набор. Чашечка довольно большая, 330 мл. Легкая, нежная. Замечательный подарок может быть. Цена снижена. Новая цена 499 рублей. Такой же набор чайной волшебные цветы из 12 предметов. Цена тоже снижена. Новая цена 1299 рублей. Очень большая скидка. Просто чудесные чашечки. Легкие. Как все-таки приятно пить чай из такой красивой посуды. В красивой упаковке продается одна чайная пара из такого же набора «Волшебные цветы». Цена также снижена. Старая цена 356, новая 249 рублей. Вот еще очень красивый рисунок, нежный.
розы. Набор чайный, 4 предмета, 330 мл, тонкий фарфор. Старая цена 713, новая 499 рублей. Посмотрим еще наборы. Так, набор ирис. Набор 12 предметов. Цена 999 рублей. Старая была 1427 рублей. Посмотрите, какая прелестная ваза к этому же набору ирис. Посмотрим цену. Цена этой вазы тоже снижена. 349 рублей. Старая 499 рублей. Ваза высотой 18 сантиметров. Просто прелесть. Такие яркие краски. Цвет очень приятный, фиолетово-сиреневый. Посмотрим еще, что магазин предлагает. Чайный набор «Грация». 250 мл, объем поменьше, 4 предмета. Здесь чашечка выполнена другого немножко фасона. Посмотрите, какая прелесть ручка с завитушечкой. Края чашечки немножко отогнуты в стороны. Донышко такое зауженное. Просто прелесть. Цена 699 рублей. 10 предметов. Цена снижена. Новая 1999 рублей. Старая 2856 рублей. Посмотрите, какая интересная кружка. Большая, объемная. Против вот этих бокальчиков 2-3 раза больше. Посмотрим объем. 440 мл. Подарочная упаковка. Арабеска коралл. Цена 489 рублей. Отличный бокал для любителей большого объема чая за один присест. Вот интересные наборы. Двухцветная. Чайный набор «Мария». 4 предмета, 260 мл. Это очень красивая ручка у этого бокала, оформлена с позолотой. Большие блюдечки двух цветов, красного и синего. Новая цена 599 рублей, старая 856 рублей. Интересный набор, разноцветный. Цвета бирюзовый, коралл, ваниль, оранжевый, синий, зеленый. Пастель набор чайный, 12 предметов, 250 мл. Новая цена 1199 рублей, старая 1713. Вот чайный набор кораллового цвета. Блюдце покрашено кораллом с обоих сторон. Хороший набор, мне очень понравился. Первый раз вижу такие разноцветные наборы. Кто любит вазы, магазин предлагает большую скидку вот на такие шикарные вазы. Арабеска, бирюза, ваза 16 на 9 сантиметров, подарочная упаковка, цена 549, старая была 784 рубля. Такая же ваза красного цвета. Галамар предлагает очень большой выбор бокалов для вина и шампанского. Различные цены, различные заводы-изготовители. Вот, например, по лицензии «Люминарк», изготовлена в России. 3 штуки, стекло, 170 мл, цена 279 рублей. Бокал для коньяка, французский ресторанчик, 250 мл, 6 штук. Посуда на 3 кальция из силикатного стекла. Сделано в России, гусь хрустальный. По лицензии «Люминарк». В Галамарте продается массажная подушка для поддержания спины и поясницы, размер 42 на 38 сантиметров, цена 135 рублей. На рисунке изображена зона нагрузки на позвоночник, без подушки и с подушкой. Закрепляется на сиденье автомобиля с помощью вот таких вот плотных резинок. Считаю, это удобная вещь.
Также имеется в продаже подушка поясничная. Размер 20 на 38 сантиметров. Выполнена из полиэстера. Наша спина устает во время длительного нахождения в сидячем положении. Эта подушка поможет уменьшить напряжение в пояснице. Цена 499 рублей. Есть подушки из хлопка. Цена побольше, 659 рублей. Размер такой же, 20 на 38 сантиметров. Плотная ткань, яркая. Привлекает внимание. Есть ткань немножко другого цвета. Интересно такую подушку приобрести. В холодное время года сейчас в автомобиле наверняка может пригодиться тепловентилятор автомобильный. Поворотный с фонарем. 12 вольт, 150 ватт. Два режима обогрева и режим вентиляции. Вот так он выглядит. Два режима обогрева. Фонарь. 650 рублей. Есть тепловентилятор такой же мощности. Дешевле, 475 рублей. Скидка на фен для волос 1000 ватт. Три скорости с ионизацией. Новая цена 599 рублей. Старая 856 рублей. Вот фен для волос немножко другого вида.